Уважаемые телезрители, телеканал АТВ представляет прогноз погоды на 24 июля. Я Олег Шигнанов, ваш ведущий погоды. Всем здравствуйте. По республике погоду будут определять антициклон в большинстве районов без осадков. Утром местами туман, днем по юго-западу местами пройдут короткие грозовые дожди. Ветер северо-западный, ночью слабый, днем до 7-12 метров в секунду. Температура воздуха по северным районам ночью плюс 7-12, днем плюс 21-27. По центральным районам ночью плюс 7-12, днем плюс 23-28. По южным районам ночью плюс 9-14, днем плюс 22-28. В столице Бурятии без осадков. Ветер северо-западный, ночью слабый, днем 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 9-11, днем плюс 28-30. Атмосферное давление будет слабо падать до 712 миллиметров ртутного столба. По статистике, в пятницу происходит в два раза больше ограблений банков, чем в любой другой день недели. Это был прогноз погоды на АТВ. С вами был Олег Шигнанов. Я думаю, это объясняется просто, люди к выходным готовятся.